Куйбышевском районе прошел масштабный рейд, инициаторами которого стали инспекторы районного отдела внутренних дел. Целью этого мероприятия стало предупреждение нарушения общественного порядка за распитие спиртных напитков и бросание мусора в общественных местах. Во время рейда к правонарушителям применены административные наказания. По словам полицейских, за месяц текущего года было составлено 1042 административных протокола. За 7 месяцев текущего года было составлено 1042 административных протокола, из них 470 за курение в общественных местах, 104 протокола за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии. Также 106 протоколов выписано в отношении лиц, которые не по правилам держали собак и кошек. Постоянный зритель программы «Экстренный вызов» через мобильную сеть WhatsApp прислала видео аварии. По словам автора, на Тимирланском шоссе столкнулись автомобили «Nexia» и «Opel Vectra». По данной аварии больше информации нет. Инспекторами внутренних дел Сайрамского района была проведена акция «Участок». Целью данной акции является установление доверительных отношений между жителями и сотрудниками правопорядка. В рамках акции полицейские знакомили с жителями своих прикрепленных районов, а также проверяли лиц, состоящих на учете в полиции, тех, кто держит огнестрельное оружие. Эта акция проходит с целью поднятия имиджа и авторитета полицейских среди жителей, а также для осуществления контроля над лицами, которые стоят на учете. Эта акция стартовала 22 июня и продлится до конца этого года. Утро первому на месте.